меньше, но будут эти дома все заселены. И что тогда будет? Нас просто будет как снопов в одном матрасе. Просто. Ну и так уже, столько домов поставили, столько уже отступных получили, что, извините, нас уже как клопов, это точно. Вы между собой, как соседи. А зачем одни с собой? Сами все знаете. А что говорить тебе? Там же туннель идет, и поэтому можно не, это как бы представлять собой не круг, а какой-то вот типа эллипса, возможно выхода метро сделать. Нет, выход возможно. Отдельный выход, поймите, он не может быть. Станция — это большой объем сооружений, включая массу служебных помещений, технических, подстанция электрическая, вентиляционная и так далее. Сооружение это длиной метров около 400, шириной 20 и высотой 15. Вот что такое станция. Вы когда спускаетесь в станцию, речной вокзал, видите платформу, это не все. Сейчас огромный объем дополнительных помещений, обязательных по СНИПу. Поэтому сделать какой-то там вот эллипс, вы сказали, платформу выскочить, это не бывает. Рядом с домами. Надо встречать Китая, там делаю. Я вам не отвечу по речному вокзалу. И все. Одну минутку, давай. Негде будет ходить, сидеть и дышать. Пожалуйста. По всем линиям. Я отвечу сейчас одному. По всем линиям предусмотрены программы, появляются дополнительные работы. По всем. Кто меньше, больше. У нас, к сожалению, ни по одной линии уменьшения не будет. Вот вначале, когда готовилась программа, не было еще по всем объектам до 2020 года утвержденной проектно-сметной документации нет. И когда она готовится, к сожалению, выходит непредвиденная работа. Стоимость увеличивается. А сумма, общая сумма, она фиксирована. Она не увеличена. Даже на разгляд инфляции. Инфляция хочет и хочет меньше. Поэтому на этой линии было принято решение по отмене станции из-за того, что денег вот на эти самые две цели дополнительных нет. Присядьте, пожалуйста. Присядьте, пожалуйста. Присядьте, пожалуйста, человек вперед вас стал. Можно вопрос? Мэр Москвы проинформирован об этой ситуации или нет? Мэр Москвы проинформирован или нет? Последнее к товарищу. А когда они пойдут к мэру Москвы и говорить об этих проблемах, чтобы не было такого мотива, что жители против, потому что это неправда, чтобы про жителей не было таких слов. Чтобы было сказано, что жители за строительство станции метро, чтобы жителями не прикрывались в этой ситуации перед мэром, департамент строительства и департамент градостроительной полиции. Я знаю, что прикрываться или не прикрываться, то не прикрывался. Нет, было. Да,
есть человек? Давайте, специалисты, ребята. Останемся, обменяемся телевизором. Я сама живу, нам Я не могу.